Так, ласки на меня. Красиво все смотрим. Кадры с этой фотосессии – свидетельство настоящего большого чуда. В объективе фотографа – бывшие воспитанники интерната для детей с инвалидностью. Оставаясь в стенах этого учреждения, о фотосессии, поездке на лимузине и настоящем выпускном ребята даже и не мечтали. Но все изменилось, когда они стали участниками проекта «Вернуть будущее» и переехали в специальную тренировочную квартиру. Квартира будущего – это дом, в который приезжают ребята из детских домов и психоневрологических интернатов, где они социализируются, адаптируются к обычной человеческой жизни, в которой живем мы с вами. То есть нужно понимать, что они всю свою жизнь прожили в замкнутом пространстве, в замкнутой среде, с ограниченным количеством людей, с ограниченным набором доступных активностей, скажем так. Игорь Гапитов переехал в квартиру будущего вместо психоневрологического интерната. И благодаря проекту смог стать школьником. Сесть за парту 20 лет для многих нечто невероятное. Вот и для Игоря, пока он воспитывался в интернате, полноценное образование было чем-то несбыточным. К счастью, фонд «Дед Морозим» помог Игорю изменить жизнь. 23 года парень пошел в 7 класс обычной школы, а сейчас уже учится в 9. После школы планирует получить профессию, найти работу и, конечно, оформить документы о своей полной дееспособности. Подобные чудеса возможны, говорят сотрудники фонда «Дед Морозим». Но для этого нужна поддержка неравнодушных людей. Наш опыт показал, что молодые люди с инвалидностью способны на гораздо большую самостоятельность в быту и социальной жизни, когда их этому целенаправленно учат и дают право выбора. Когда они будут готовы, то смогут переехать в собственное жилье. У кого-то есть комната или квартира, доставшаяся от родственников, кто-то стоит в очереди на жилье от государства, как сирота, кому-то придется арендовать. Вместо них в квартиру будущего поселятся новые ребята. А сейчас фонд «Дед Морозим» собирает 240 тысяч рублей, чтобы этот важный проект продолжался. 240 тысяч рублей – сумма, которой хватит на оплату аренды 6 тренировочных квартир на 3 месяца. В них смогут жить и учиться важным навыкам еще несколько десятков ребят. И когда-то в их жизни тоже случится волнующее событие – выпускной. Совершить чудо и помочь возвращать будущее может каждый. Для этого достаточно поделиться посильной суммой на странице проекта «Вернуть будущее» на платформе ВК «Добро». QR-код для перехода на нее сейчас на экране. Большое детское спасибо, что помогаете выпускникам интернатов обретать будущее.